Капитальные ремонты школ, увы, идут полным ходом. За лето нужно отремонтировать 26 объектов. За ремонт Чахольской средней школы взяла строительная организация ООО «СКАТ». К работе они приступили в мае, должны завершить к началу августа. На первом этаже работа пока не ведутся. Как решат вопрос системы отопления, тогда и сразу начнем. На третьем этаже работа выполнена почти на 90%. Сегодня или завтра закончим. Малярные работы сделаны на 50%. На сегодняшний день работают 35 работников. Из них к нам присоединились 15 местных жителей. Работу сдадим в указанный срок. В школе учатся 777 школьников и работает 86 учителей. Мы очень рады, что в этом году наша школа вошла в число 26 школ, которые по плану вошли в федеральный реестр по капитальному ремонту. В настоящее время заканчивается выравнивание полов третьего этажа, и параллельно идут штукатурно-малярные работы второго и первого этажа. В Чахольской средней школе работы ведутся без отставания от графика. Новый учебный год дети встретят уже в обновленных стенах. Алдынай Сай, Мергенон Дар, Софья Саа, Тува-24.